Всем привет, ребят! Очередной батл роллинг под Колю. Бахридин 96, вот такой вот ник. Зовут Сарик, насколько я понимаю, с ВК. Аккаунт у нас бездонатный. 37 тысяч самоцветов. Нужна Фрея с недостающей героев. Сейчас посмотрим, что еще надо. Так, ну Анубис, Тесса, Фараон, смотрю. Странно, это очень много. Так, Рибит, Рея, Стрелок, Заклинательница. Нет, что-то очень много всего надо. Бигфут. Поехали, посмотрим Алтай. Точнее, склад для начала. Да, надо очень много недостающих. Окей. Смотрим его в алтарь. Ну, судя по тому, что очень много недостающих, надо очень много героев ловить. Так. Череп топчик. Ворожей. Седна. Да, здесь все печально. В общем, все печально. Поехали. Находится он в гильдии ПСБ, вот так вот, первые места, БГ пропуск кик, факела 2045, кидайте заявочки, вступайте, ну а мы побежали ролить под Колю недостающих нам героев. Так, Гаргул, вот так вот, на изи просто на изи сразу повелителя бури вытащили. Можно считать, что роллинг уже удался. Так, ниндзя. Лековка. Ему прям прет, смотрю на Гаргулов. Седна, одержимый, Кенди. Фара, укротитель, Тесса. Ну, смотрите, сколько мы паладин, сколько мы уже недостающих выбили. Череп, еще один повелитель бури, вот так вот. Конечно, хотелось бы Фрея, Стрелка, Анубиса. Так, Триантик, Сердцеедка. Ну такое все. Профессор Рибит, еще один недостающий. Отлично. Арташка, Дед Мороз, ну. Инк Атлант. Ну, вот так вот. Как-то вот так вот. Так, собрать. Вообще 7.15. Самый, наверное, худший на сегодня результат. Странно. Хотя раньше и 40к хватало, и 30к хватало, чтобы собрать. Сейчас, как видите. Ну, рандомчик, кому как повезет. Так, окей. Побежали на второй аккаунт. Так, второй аккаунт моего подписчика Рамирос. Ник Рамирос, зовут Роман, находится в гильдии Империя Зла, пропуск БГКик, 10 тысяч, 10к 600, АФ 20, 10к, не понял, что значит 600, атака фортов 20-0, факела 20-45, босс 20-30. Первые места, кидайте заявочки, вступайте. Так, нужен Бигфут.
и бабулька. Аккаунт без доната. А герою имбовой прокачки. Ну, как имбовой. Относительно, ну, для бездоната таких героев иметь это очень-очень, считайте, круто. Реально повезло, посмотрите на эти прокачки. Играет уже 3 года. Ну вот за 3 года можете посмотреть, что можно было прокачать. Интересно, за 3 года у него есть? У героя практически все есть. Ремка 5. Вот интересно на это посмотреть. Походу нету. Чё-чё? Даже психощит 5 есть. Вот так вот. Гить. Вот такой вот аккаунт. Ну что, поехали. Так, бульдозер, медуза, одержимый. Королева гарпи. Ну, крутое начало, конечно, куча легенд. Как обычно. Так, Дракула, Рибит. Ну, это все у него есть, ему нужен Бигфут. Сердцеедка, Дед Мороз. Друид заклинательница. Ну блин, падает тоже круто. Ну, когда у тебя, блин, куча героев, вытащить то, что тебе надо. Тесса. Так, укротитель Дева. Ну такое. Так, Фара, Куб, Друид, Друид, Варлок, Купидон, да ладно. И Капитан Дрейк в конце. Еще хуже. Да, что-то походу опять пофиксили. 6.15, ребят. Ну что, делаем. Подарки пацанам, чтобы не расстраивались. Так, что тут у нас интересного есть? Сейчас позабираем все. И пойдем дальше трешивать. Так, с первым аккаунтом мы закончили. Так, это он уже, думаю, сам пооткрывает. Не хочу, честно говоря, заморачиваться. И времени нет. Зайдет, пусть порадуется сам. Так, окей, скин у него есть. Это есть. Вот так вот. Тут, конечно, поболее печально, чем на предыдущем. Там хотя бы недостающие. Но тут прокачки такие, которых там далеко-далеко нет. Забрали мы ему тоже этот скин. Тут мы все позабирали. Получить. Дальше у него уже места нет. Думаю, он это сам сделает. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Вот такой вот у нас был попроще ролик, чем все предыдущие. Но такое тоже бывает. Не может быть все идеально. Все, всем удачи, всем пока.